Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в зомби кетчер охотники на зомби. Я надеюсь, сегодня мы все-таки закончим с тобой с этой торговлей. Очень сильно хочется мне на это надеяться. Так, сделай несколько мастерских заходов. Переловив всех зомби, чтобы пройти испытание, нужно сделать мастерски все заходы. Я понял, то есть поймать всех зомбарей. Ну что же, зомби у нас найдены, нам только остается пойти и поймать, ребятушки, их. И сделать это чисто и аккуратно. Я, конечно, профи, но тут, знаешь, дело случая. Уже, по-моему, случай, ребята, отвернулся от камней от меня. Оп! А может быть и нет. А может быть и нет. А может быть и да. Посмотрим, к чему. Правильно, я эту ворону. Я ведь тебя добью. Ага, поднялся парень. Так, вот здесь, ребятушки, вот здесь, конечно, будет кипиш. Ну давай, засыха, выползай. Я же знаю, это этот зеленый, ребята, чаепитник. На. Все. Следующий давай. Опа-на. Как я их, а? Друзья мои, как в школе учили. Ловить зомби одним выстрелом в лоб. Нет! Нет! Какого лешего, придурок? Ну почему ты сюда не поставил капкан, Рэй? Ну почему ты не поставил капкан туда? Скажи, болван, ты несчастный. Ну почему? Пожалел, потому что... Пожалел, ребята, не зомби пожалел, а капкан. Думал, догоню этого засыху. А видишь, как получилось. Он меня обманул. Он меня перехитрил. Точнее, ну как сказать, он просто, ребята, попал удачно в меня комочком. Так. Давай там, выползай. Да чтоб тебе так... Ну! Да как так-то, ребят? Ну что, скажи, 3 секунды поставить свой комок, дебильный генерат, блин. Не могу, прям вымораживает он меня, а. Я раньше вообще никаких проблем с этим не возникало. Щеглов этих ловить, блин, просто на изи было. Какого лешего сейчас произошло? 3 победы мастерских, да, на изи. На херизи, блин. Ну что тут лыжи еще мешаются нам? Так, я теперь сделаю так вот. Нафиг. Я манал. Да, конечно. Хватит. Хапнуть горе. Блин. Мозги закончились. Сгнили, так скажем. Но я не хотел на этого олха, если честно, чтобы капкан потратился. Уж на него-то, на хмыря на этого. Ну это не чистая победа, ребят. Нет, конечно. Это не чистая, далеко не чистая победа. Грязная, грязнющая просто. Я пойду в кафе, я психанул. Я пойду кофе попью, ребят. Я пойду попью кофе. Так, где у нас тут? Буду этих засых выжимать сейчас. Так, раз. Вот они. Всех, ребята, всех выжму. Да, у нас будет. У нас будет. А я пошел пока за... За сюда. За сюда. Так. Город инфекционный город. Так было написано. Город инфекции. Ну и кто? Ну и что? Кто тут? Опять? Да выделывался хмырь болотный. Да ё-моё, 2 алкаша бегут, блин, с бутылками. Добегались, блин, чмошники. Никому спуск, подожди.
А, вот. Блин, мозги-то не выкинул. Да... Как это он так? Ах ты хмырь! Алкаш, синяк, блин. Есть! Ребятушки, это надо было метко сделать, и я это сделал. Метчи просто... Только я не знаю, кто может сделать. Волосатика поймал, алкаша поймал. И этого пройдоху тоже поймал. Прям шикарно. Фух! Ну что, друзья мои, повышаем уровень, наконец-то. 40... О, вау, вау. Зомби Санта? Вы серьезно? А ну-ка, что там за... Купить. 25. Не хватает. Но я вижу, что нам нужно... Подожди. А, вот... что нам нужно с ней сделать? А, вот, вот этих вот 40 штук? Блин, а у меня не будет столько. А у меня не будет столько, ребятушки, к сожалению. Так, ну что, погнали. Ой. Саночки, саночки, саночки за саночки. Мозг, я уже все, ребята, у меня уже самого мозг атрофируется. Я уже забываю, что... Угу, далеко собрался-то, а? Щеглазадый. Побежал он там мне, понимаешь ли. Да. Держи карман шире. А нормально такая снежка, хоп. Вниз. И в домике. Так, лыжня зовет, да, говоришь? А ну-ка. Ну выползайте, ну. Опа-на. Так. Да, их тут не обманешь. Куда? Птичка певчая собрался. Блин, мозги закончились. Это только один первый мастерский заход. Так я же там поймал же всех. Или тот не, не считается, по ходу дела, ребят. Тот уровень не считается. Продолжить охоту у нас, по-моему, там... Подожди, а где у нас еще? Ага, да-да-да-да-да. Именно пляж, именно бич. Именно тот, кто сосет кирпич. Я готов. Ну, здесь сам знаешь, на пляжу. Жужу. Да блин, банановый смузик. Да что это такое, ну? Да. А тот хмырь сейчас, блин, сожрет там все. Тот хмырь сожрет, он меня увидит и убежит. А он, понимаешь, пошел погулять. На! Пошел, прикинь, погулять он. Захотелось ему пробздеться. Вот. И пошел. А я сделаю вот так теперь. Хватит, натерпелся. Готово. А здесь, наверное, вот так все-таки придется сделать. Я не знаю, ребят, кто тут будет. Что тут будет? Не успела мне капканчик испортить. И это не успело. Ну и прекрасно, друзья мои. Последний. Последний. Блин, лишь бы не лопухнуться, ребят. И я не лопухнулся. И я сделал все четко. Фух. Так. Но нам надо еще, ребята, еще одну чистую победу сделать. Продолжаем охоту. Тут босс. Тут босс, отсос. Ну, ты понял. Короче, босс там у нас. Да? Ага.
Давай, картофельный, или кто-то там у нас. Блин, взрыв очень большой. Четверых не упустить. Главное, друзья мои, не упустить. Оп! Так, а тут кто? Да чего у вас так много-то? Одни серфингисты. Язык, блин, сломаешь. Серфингисты. Иди отсюда, морковный хмырь. Давай, ждем. Ну, главное, чистая победа, ребят. Главное, чистая победа. Прекрасно. Все оки-доки. В кафе. Прямичком в кафе, ребята. Прямичком в кафе. И а что у нас тут? Продать товар. А, продать товар. Вот, у меня как раз... У нас-то как раз и хватает. Оп. Канина Кэнди. Канина Кэнди. Думаешь, нужно сделать предупреждение о повышенном содержании сахара в этом продукте? Я думаю, что тода кофеина и прочих стимуляторов должна заботить народ больше. Не знаю. Блин, ну тут нужно два, ребят. Нам, короче, надо будет всех моих дронов, получается, отправлять в снег. Получается так. Ну, кто тут? А-а-а, ты засранец, это этот. Блин, с баллоном со своим. На, прям в затылок. Ать. Да куда ты так далеко-то, блин, ну? Ать в жопу. Что ты радуешься, придурочный? Да куда, какую бутылку ты бежишь, Руэй, ну? Да ядрен, матрен, ну. Есть. Давай последний марш этот. Да не в бутылку ты бомби. Да куда? Все. Твою налево. В прошлый раз также не смогли мы с тобой, блин, забомбить. Одного все не хватало. И здесь. Да нет, у меня этих кнопок перемещать вот эту фигню вверх, ниже, влево, вправо, блин. Понимаешь? Нету. Не настроены они у меня, блин. Поэтому не могу я меткость попасть в этого засранца, блин. К сожалению. Испытание пройдено. Давай мне награду, пожалуйста. Так. Так. Так, ладно. Сгодится. С пивком. Фух. На свободе зомби. Да, конечно, ага, свободе зомби. Ну что, ребята, вот на снегу мы с тобой в следующей серии наловим кучу зомбарей этих и будем их, из них выжимать все соки. А на сегодня, друзья, все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.